Так, двое стоят. Сейчас посмотрим, куда они пойдут. Один здесь остался. Так, ну куда вы пойдете? Так, один сюда идет, ага. Сюда пошел. Так. Сюда идет. Сюда идет, понятно. Так, где мне заныкаться? Тут вот здесь вот. Наверное, пойдет по той стороне. Тогда я могу его устранить. Где он тут? Вот он. Готов. Все, его здесь никто не найдет больше. Одного мы чувачка устранили. Все, отлично. А то он меня постоянно палит. Я надеюсь, его не заметит, пока это взламываю. Так, давайте по-быстрому сейчас взломаем это все дело. Так. Коммутатор. Так, 432. Ой, стоп, 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 ребята, спешу, не то делаю. Не то делаю. Еще раз. Так, 908, 876. Есть. Так, 599. Соединение установлено. Так, 761, 908, 345. Найти данные. Подменить абонента. Заменяем Беликова на Чаркова. Распечатать. Есть. Сейчас мы этого солдафона тоже устраним. Где он там? Он этого не спалит, чувачка нам? Тело. А как его убрать? Его можно как-то спрятать, да, наверное? Тело. Надо... Наверное, как-то спрятать можно. Куда-то. А куда его можно спрятать? Фиг его знает. В какой-то ящик можно спрятать, наверное, нет? Так, вот он один, второй идет. Надо его тоже устранить. Сейчас он придет сюда, и мы его тоже устраним. Надо куда-то их спрятать, наверное, да? Есть. Так, а куда мне их можно спрятать, а? Тела эти. Тут что у нас? О! Шкаф. Сейчас мы в шкаф их всех спрячем. Я так понимаю, что два тела же можно спрятать. Слушайте, реально круто, такой хитман начинается. Спрятать. Есть. А, то есть можно, получается, если берешь тело, и оно показывает, куда можно спрятать, да? Давайте тела попрячем все. Главное мне, чтобы тот чувак на улице меня не спалил. Ага, сюда нельзя, получается, да? Там чувак ходит. Куда тут можно спрятать это все дело? А вон еще один шкаф есть, да? Давайте в шкаф спрячем его тоже. Так. Есть. Прячем. Одно тело можно в шкаф засунуть. Ну, в Хитмане можно было два, по-моему, тела засунуть в шкаф. Так. Распечатка есть. Забираем улики. Забираем папку. Карта обновлена. Есть. Нам теперь надо как-то отсюда выбраться. Наверное, мы сейчас с вами через вентиляционное отверстие опять вылезем. А закрыть-то нельзя никак.
Ну, чтобы типа не спалить, улики все выкинуть. Улики выкинуть. Что я говорю, ребят? Я не знаю. Выкинуть улики. Теперь надо к этому идти. К генералу, к тому, который может меня спалить. Так, это мы закрываем, типа нас тут не было. Так, а как выйти отсюда? Вот. А тут закрыто. Стоп, мне же надо на лестницу. Все, есть у меня улики против чувака. Против генерала, да? Сейчас мы вернемся, отдадим. И расскажем про улики. Так, есть. Беликов, как поживает наш крот? Черков? Где доказательства? Черков. Чушь какая-то. Вот доказательства. Я не понимаю, как упустил это. Черков скоро появится здесь. Как придет, мы его задержим. Так, и что мне теперь делать? А, вот он. Это Черков. Генерал Черков, скажите, как давно вы продали свою родину? Простите. Вы хоть знаете, с кем говорите? Теперь да. Ваши медали вас больше не спасут. Выложите все из карманов. Полковник, вы что, с ума сошли? Так он же тоже полковник. Встаньте сюда и поднимите руки над головой. Когда Черкова задержат, серьезно? Я заберу его ключ от бункера. Решил меня свалить, товарищ Кравченко? Мне очень интересно, что скажет по этому поводу ЦК. И мне. Эти так, теперь пора спуститься в подвал встречать Адлера. Если есть что сказать, поговорим. Так, ладно, я пускай с ним разбираются, а мне надо Адлера встретить. Так. В подвал, а куда идти? Сюда, по-моему, куда-то идти надо, да? Выйти мне надо, получается, отсюда. Что тут? Что прикажете? Ключ от бункера открываете, проверка режим безопасности. Ладно. Я так понимаю, это какие-то все засекреченные архивы КГБ. Солдаты стоят. Группе Адлера нужна форма, чтобы миновать охрану. Думаю, мне стоит заманить пару солдат в тоннели. Связаться с охраной. Это Беликов. Дежурный наряд в котельную. Срочно! И что, я сейчас с двоими буду расправляться, что ли? Что мне сделать надо? Думал, ты не придешь. Разве у меня есть выбор? Ключ открывает лифт, ведущий в бункер. Как насчет формы? Чш, кажется, они здесь. Так, я их проведу и отвлеку на вас все остальное. Прикольно. Прячься. Аккуратно. Форма в крови нам не поможет. Эй, сюда! Здесь дверь не закрыта! Такое разгильдяйство совершенно недопустимо. Меры безопасности должны соблюдаться. Вам ясно? Нет.
Мне придется уйти, но у вас уже есть все, что нужно. Если остановят, скажите, что вы из группы товарища Соболя. Надевай. Переодеться. Вот. Оружие и пропуск в сумке. Сюда. Придем в бункер. Дальше сами. Ты слышал о генеральном секретаре Брехне? Нет. Что случилось? Мы сделали операцию. Сердце? Нет. Они увеличивают ему грудную клетку. А то некуда повесить еще одну золотую звезду. Должен за это ответить. Это Беликов, идиоты. Товарищ, можете впустить нас? Ладно. Товарищ. Металлодетекторы. Идем в обход. Просто смешно. Я показал вам свои документы. Я уже должен быть на встрече. Прием посетителей отправляется до конца. И куда это вы направляетесь? Досмотр обязателен для всех без исключения. Вы должны пройти досмотр. Сейчас спалят нас, походу. Сейчас стрельба начнется, 100%. Товарищ, поставьте сумку сюда для досмотра. В этом нет необходимости. Дайте нам пройти. Не принимайте это на свой счет, товарищ. Мне приказано досматривать всех без исключения. Сейчас найдет оружие, там все остальное будет жестко. Ты нужен Захаеву наверху. Я здесь разберусь. Спасибо, товарищ. Опаздываешь, Белик. Я здесь, не правда ли? Ох, я думал, сейчас начнется, блин, стрельба, блин, на Лубянке. Едем вниз. Карточка. Расчехляем стволы. Захаев. Новые лица. Когда вы прибыли? А, конечно. Только что приехали. Кто ваш командир? Я не расслышал. Вы что, за дурака меня держите? Кто вы такие? Оглушить. Разговаривать в лифте всегда неловко. Эй, класс, блин, мне эта игра нравится. Я просто тащусь от нее. Сюжет классный. Люди будут не рады. Команды. О, понеслась. Почему у тебя калаш, а у тебя, а у меня МК? Ой, этот МП5. Оружие на землю. Это запрет, Белзон. Рука тебе. Они еще там. Ищу укрытие. Понеслась. Опа, граната. Так, а что у меня еще за оружие есть? О, дробаш. Давайте-ка с дробашом побегаем.
Только я стреляю, не могу никуда попасть. Есть. Иди в хранилище. Иду, иду. Они отходят на сфанга. Надо пересердиться. Классно. Так, я хочу калаш взять. Давайте-ка побегаем с этим калашом. Где-то, где они? Граната, на тебе. Еще сзади? Прикрывай, Адлер. Блин, меня сейчас загасят. Не меньше. Нормальный калаш возьмем. Так, стоп, подожди. Вот этот лучше. Нате вам печеньку. Ох, жестко что-то взорвалось. Заранее подумать об отходе. Поставь газ в вентиляцию. Что за дробаш? А, такой обычный. Прикольно. Мне еще интересно оружие посмотреть. Идем. Я, подожди, оружие тут смотрю. Так, заложить баллон с газом. Есть. В хранилище. Мы почти на месте. Ух ты! Тихо. Блин, та флешка, я думал, у меня граната дымовая. Готов. Так, давайте перезарядимся сначала. Есть. Забирай данные. Я постараюсь. Забираем данные. Взломаем камень. Ух ты! Надолго не хватит. Понятно, действую. Блин, сейчас все взламывать. Отказано в доступе. Отлично, Белл. Тот самый список. Сливай спящий его на дискету и валим отсюда. Копирует на дискету. Мы сейчас будем типа обороняться, так понимаю, да? Что-то у нас есть. Белл, времени мало. Они режут дверь. Давайте вот это возьмем. Вместо дробаша. Ну копирую, копирую. Они вот-вот будут здесь. Готовься. Они идут. Ой, блин. Черт, граната.
Нате вам печеньку. Напоминает Payday в бункере, когда сидишь. Куча-куча копов на тебя нападает. Один есть. Забирай. Граната пошла. Есть. Они перекрывают все выходы. За мной. Сюда. Готов? Идем. Так, мне в этом автомате уже патроны кончаются. Давайте калаш возьмем. Не нравится мне это. Засада будет сейчас. Опа. Не останавливайся. Надо искать выход. Вперед, ух ты. Ух ты. Засада, так и понял, что будет засада. Надо было флешку кинуть. Надо искать выход. Угу, с дробашами, понятно. Готов. Так, возьму-ка я дробаш лучше. О, у меня фонарик. С фонариком. Последним патроном убил. Кажется, это выход. План Б. Пускай газ. Бросайте оружие и сдавайтесь. Или он умрет. Пойдем надеть противогаз на Беликова. Я прикрою. Перекрывают все выходы. Прорываемся с боем. Нужно что-то потяжелее. Без проблем, друзья. Где он? Смотри! Лифты, на которые привезли, как раз есть склад тяжелого снаряжения. Надо как следует подготовиться к встрече. Идем дальше, склад там! О, блин, тихо. Зря, блин, с дробашом туда пошел, блин, убили меня. Спасибо, друзья. Что происходит наверху? Подняли тревогу и перекрывают все выходы. Прорываемся с боем. Нужно что-то потяжелее. Без проблем, друзья. Так, что у нас тут за оружие есть? Вместо дробаша что-нибудь другое взять. Лифты, на которые меня привезли, как раз есть склад тяжелого снаряжения. Надо как следует подготовиться к встрече. Идем дальше, склад там. Так, я поверху пойду. Здесь можно обойти как-то? Тихо, сейчас завалят. Знаю позицию. Так, идем вниз, да? Прикольный такой замес на Лубянке. Жестко. Так, Адлер здесь.
Так, а у меня гранат нету, да? Вот она склад. Бронежилеты, шлемы, пулеметы, взрывчатка. Давай, Белл. Ух, сейчас вооружимся. О! Блин, показалось, что это ПКМ, а это РПД, только с другим магазином. Давайте пулемет перезарядим. Так, вместо дробаша, не, калаш лучше возьму. Экипироваться. Ух ты, блин, ну это реально круто. Сейчас будем с вами замес устраивать. Северо-западном углу через 5 минут. С нами будет Беликов. Сзади полно места. Выходим из лифта и сразу идем в сторону двора. Готовь заряд, Белл. Это реально жестко. Так, и что мне сделать? Идем, Белл. Опа, ловите. Жестко. Куда? Куда? Так, перезарядка. А, еще справа идут. Жесткая миссия, конечно. А, это наш чувак, я нашего чувака стреляю. Садимся. Машину ты бы хотя бы танк взял бы с собой. Беликов, садись. Сейчас убьют его, наверное, не? Ох, жестко. Патроны, так понимаю, не бесконечные? Парк, мы взяли список и возвращаемся. Готовься выдвигаться. Наконец-то. Я ждал твоего звонка. Они всю Москву поставили на уши. Оно того стоило? Адлер все же добыл список спящих агентов. Вопреки всему. Стальной характер, ничего не скажешь. Был молодцом. Похоже на то. Но, по-моему, они все чересчур расслабились. Ведут себя так, будто знают, с кем имеют дело. Возможно. Оказалось, что один из тех агентов связан с зеленым светом. Теодор Гастингс. Инженер-ядерщик из Солт-Лейк-Сити. И ты думаешь, он задействует Гастингса? Именно. Мы уже взяли его под наблюдение. Рано или поздно он выведет нас прямо на Персея. Вот оно. Свежий след Теодора Гастингса ведет сюда. Куба. У нас под боком. Персей обосновался в пустом правительственном здании где-то в кубинской глубинке. И похоже, что привез туда бомбу. Кастро наверняка в курсе. 20 баксов тому, кто притащит его ко мне. Кого? Кастро или Персея? Любого. Мы не дадим ему привезти эту бомбу в США. Пора покончить с Персеем. Раз и навсегда. Так, убедитесь, что все готово. Когда начнем, пути назад не будет. Ну,
Да, жестко, конечно, мы с вами на Лубянке. Обойдемся без гениальных идей. Да, как говорится в таких случаях, Хадсон, суп даю. На пару слов. Так, ну что, ребят, давайте на этом мы с вами и закончим. Будем в следующий раз с вами продолжать проходить. В общем, очень круто все, конечно. Вот, мне очень понравилось, конечно. Жесткая миссия на Лубянке, ну, блин, конечно, эффектно все сделано. Ну, как обычно, подписывайтесь на канал, если не подписались. И спасибо всем, кто досмотрел до конца. Увидимся с вами скоро и будем дальше проходить Call of Duty Cold War Black Ops.